Всем привет! Салат микс выкладываем на тарелку. Вслед за ним ломтики груши. Затем кусочки сыра. Половинки винограда, черного и зеленого. Делаем заправку. 2 столовых ложки оливкового масла, 1 столовая ложка винного уксуса, немножко зернистой горчицы, 1 столовая ложка меда. Все перемешиваем. Посыпаем салат любыми орешками. Украшаем красными ягодками или зернами граната. И все поливаем нашей заправкой. Получается очень вкусное кисло-сладкое сочетание зелени с грушей, виноградом, сыром и орешками. Рекомендую попробовать сделать. Всем удачи! Пока-пока!